Жокей из Казахстана покоряет Европу. Наш наездник является трехкратным чемпионом Чехии и двукратным Германии. За последние 2 года Бауржан Мурзабаев одержал более 200 побед. В конном спорте его считают одним из лучших в Германии. Накануне в Кёльне прошел турнир. Удалось ли завоевать нашему жокею главную награду, расскажет наш корреспондент. Мы находимся на старейшем ипподроме Германии, Вайденпеш. Ему почти 130 лет. Именно здесь проходят важнейшие чемпионаты Европы по конному спорту. В сегодняшнем турнире участвует и жокей из Казахстана. Многие эксперты уверены, у него есть все шансы на победу. Имя Бауржана Мурзабаева широко известно не только в Германии, но и за ее пределами. Свою европейскую карьеру он начинал в Чехии. После сотен удачных заездов талантливого жокея из Казахстана пригласили в Германию. Теперь он живет и тренируется в Кёльне, на родине немецкого конного спорта. По словам зарубежных тренеров и спортивных обозревателей, Бауржан – настоящий профессионал своего дела. Ведь, к слову, казахи издавна славятся своей любовью к верховой езде. Он в отличной физической форме, он готов побеждать. У Бауржана ясная голова, и он всегда имеет свою тактику. Под конец гонки он агрессивно вырывается вперед и отрывается от соперников. Поэтому он часто побеждает. Он, безусловно, один из лучших жокеев в Германии. Я желаю Бауржану успехов и новых побед. В 2020 году Бауржан одержал больше 120 побед. В этом году сезон только начался, а в копилке уже 10 наград за первое место. Турнир в Кёльне – один из самых престижных в Германии. Главный приз – ни много ни мало – 44 тысячи евро. Именно сейчас проходит очередной заезд. Под номером 7 выступает наш соотечественник. Мы видим, как жокеи с невероятной скоростью промчались мимо нас. Болеем за Бауржана. Алга, Казахстан! Узнав, что команда «Хабар-24» приехала на съемки, казахстанский наездник пообещал выиграть во что бы то ни стало. И слово свое сдержал. Только что завершился важнейший этап турнира. Наш жокей обошел всех и выиграл первое место. Мы поздравляем Бауржана. Бауржан, что ты чувствуешь? Конечно, это самая большая скачка в этом году. Я рад. Үлкен сәлем Қазақстанға. Абсолютная победа. Бауржан Мурзабаев выиграл главный приз на турнире в Кёльне. В первом круге его не было и в тройке. Однако во втором на своей лошади по имени Нериум он легко опередил всех своих соперников. Сам жокей рассказывает, что за каждой победой стоит тяжелый труд и изнурительные тренировки. Наша работа – это тяжелый вид спорта. Я часто в дороге, приходится постоянно держать диету. В первую очередь нужна хорошая лошадь и тренер. И сам, конечно, должен много тренироваться. А еще важна удача. Если все это есть, то выиграешь. Невозможно стать чемпионом за один день. Это годы тяжелых тренировок. Казахстанского жокея считают одним из лучших в Германии. 2 года подряд он сохраняет свой титул абсолютного чемпиона. Он не собирается останавливаться на достигнутом и говорит, что намерен покорить еще много стран. На самом деле я приехал сюда учиться, но я не думал, что стану чемпионом. Это была мечта, только мечта. Когда я приехал в Германию, мне сказали, если за 10 лет ты войдешь в пятерку, то это большой результат. Но мне не понадобилось 10 лет. Через 3 года я стал чемпионом. Наш наездник живет в Европе более 10 лет, однако никогда не забывает о родине. Несмотря на плотный график и забеги, Бауржан регулярно летает в Казахстан. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар-24, Германия.